Привет, друзья, с вами Варчик. В начале предисловие. В этом видео на фоне не мой бой. Все просто, потому что сегодня вышел патч. Что там в нем было, я не разбирался, но все реплеи сломались, они не открываются. У меня лежали несколько реплейчиков про запас с хорошими боями. Я их еще не успел отснять, поэтому видео из них у меня не было. И пришлось взять бой с вот реплейс. Поскольку новость про танк премиум на 9 уровня вышла сегодня, патч вышел сегодня, я еще не успел за один стрим накатать какой-то там великолепный бой. Теперь переходим к основной новости. Премиумный танк 9 уровня вместе с Сабатон. Сабатон, как написано на сайте World of Tanks, Сабатон — это шведская группа мастеров heavy metal. Уже есть один танчик у нас про группу Сабатон в игре World of Tanks. Это Prima Victoria. Это будет следующий танк. Получается, это у нас уже второй танчик с этой группой. Также в World of Tanks есть еще один танк музыкальный, так сказать. TL1 LPC — это еще один музыкальный танк в игре. Премиумный танчик 8 уровня. Вместе с экипажем группы Offspring. Да и в целом у Wargaming довольно-таки много за все время набралось всяких коллабораций. И с разными группами, и с сериалами, и компаниями. В этом плане картошечка шевелится. Теперь давайте поговорим про особенности этого события. С 27 числа начинается марафон на премиумный танк 9 уровня. Это будет шведский тяжелый танк, премиумный. Его можно будет получить бесплатно, если выполнить за марафон 10 заданий, все как и раньше. Но этот марафон стал сложнее. Если раньше, чтобы выполнить марафон, нужно было набить опыта за 10 дней 246 тысяч, 245, там 250, 254, каждый раз эта цифра менялась, то сейчас нужно 262 тысячи. Это, конечно, не прям космически больше, но в целом на 10-15 тысяч больше. Также условия заданий на мастерство тоже усложнились. Увеличили количество выполнений для прохождения задания. Также, выполняя каждое задание, вы получаете в целом скидку на этот танк. 10 заданий, каждое задание 10% скидки. Потом можно будет докупить. Все как обычно, ничего нового в принципе. Выполнив эти 10 заданий, вы проходите первую главу этого марафона. И получаете, собственно говоря, танк и еще награды за каждое задание. После того, как вы получили танк, пройдя марафон, выполняя задания сами, либо если вы просто докупили, либо просто купили этот танк, вам становится доступна вторая часть марафона, глава 2. Там будут ежедневные задания, 10 штук, выполняя одно из которых, вы получаете скидку. Эти задания можно выполнять только на этом новом премиумном танке. Задачи будут доступны с 27 августа по 6 сентября. Поэтому чем раньше вы получите танк, тем больше ценного имущества сможете заработать. Поскольку эти задания привязаны к конкретному дню. На каждый день свое задание. Задание прошло, и все, вы назад уже не вернете. Но если вы пройдете вторую главу, можно еще получить на этот танк стиль. Дух войны. В принципе, такое уже было очень много раз. Каждый марафон одно и то же. Также у этого премиумного танка 9 уровня есть еще и свой какой-то уникальный такой бонус, которого нет у остальных премтанков других уровней. Он зарабатывает еще и боны за попадание в топ по опыту. Если сейчас только десятки боны зарабатывают, то после этого марафона еще и премиумные девятки будут зарабатывать опыт. Все, в принципе, я всю информацию до вас донес. Это такой вот информативный отрезок видео. Теперь я расскажу свое мнение. В принципе, я ждал уже давно прем девятки, потому что восьмерки мне уже надоели за все эти годы. У меня больше всего боев на восьмерках. Соответственно, понятное дело, что мне это поднадоело. Хочется уже что-нибудь и другое. Давно хотелось попробовать премиумные девятки. Вот наконец-то они пришли в игру. Но я думал, что премиумные девятки появятся после того, как Wargaming что-нибудь порешает с переизбытком голды в рандоме. Поскольку еще один уровень, который будет перенаводнен премтанками через время, соответственно, и голдой там будет стрелять каждый встречный, кто играет на премтанке, поскольку на премтанке вообще не особо сложно зарядить голду, не затратно это все. Также мне еще интересно, сколько девятки премиумные будут фармить. Хочется как можно больше, поскольку я задолбался фармить серебро. Я хочу нафармить столько серебра,
чтобы выкупить все танки. У меня все танки в игре прокачаны, я хочу все выкупить, чтобы они просто стояли, и мне серебро уже не нужно было вообще ни на что, чтобы оно просто копилось, и я его уже больше не фармил специально никогда, поскольку мне это надоело, честно. Хочется просто в отрыве от экономики играть на результат и все. Но каждый раз фарм серебра не отпускает и держит. Ну и за сам марафон, как он проходит, как он устроен. Мне, честно говоря, не нравятся марафоны в таком виде, что у него есть первая часть и вторая часть. И вторая часть марафона начинается в то время, когда идет первая часть. То есть вот у тебя время, чтобы выполнить первую часть марафона, и поверх нее стартует вторая, где тоже идут задания, и они привязаны к дням. Если ты в этот день не выполнил задание, то все, ты его уже не выполнишь никогда и не получишь скидку на вторую часть марафона. А она в любом случае идет. Но тебе нужно еще первую часть марафона пройти. Так что мне 24 на 7 сидеть марафон проходить, чтобы успеть еще потом начать вторую часть марафона и тоже сидеть ее 24 на 7 играть, чтобы получить все, если я хочу этот стиль. Но в целом можно просто не париться ни о чем. Если просто нужно получить танк без всяких там стилей и такое прочее, то за 10 дней в принципе марафон пройти можно. Было. Задания-то были проще, а сейчас сложнее. Соответственно, понадобится больше времени, чтобы это пройти. Но судя по тому, что некоторые задроты там стримят, получить прям танк за пару дней, и у них это получается, они тем самым показывают варгеймингу, что можно как бы и усложнять марафоны. Раз настолько быстро некоторые люди выполняют, то остальные выполнят часть, а остальное докупят. И только задроты, которые играют 24 на 7, выполнят марафон быстро. Я что, задротить 24 на 7 не хочу? И у меня нет такого желания. У меня есть желание постримить картошку в день, там несколько часов, все. Остальное время я хочу заниматься чем-то другим. А не на убой через силу, уставший, играть эту картошку, где все играют в рандоме такие же, и бои из-за этого... ну, приятнее не становится. Поэтому вопрос остается открытым, сколько оно будет фармить и к чему придет рандом, когда будет много прям девяток. Ну а танк вроде как с крепкой башней, с точной пушкой, хорошими уэнами. Посмотрим, насколько он классный. С вами был Арчик, играть красиво, всем пока. А тем, кто будет проходить марафон, желаю вам терпения и здоровья. А танк на самом деле бесплатный только для тех, кому не жалко свое время.